Ну что, друзья, закончился мой круиз, закончилось мое путешествие на Байкал и обратно. Вот я снова в деревне Тыелга. Через несколько секунд буквально на меня набросятся все, вон, пятеро клопов. Ждет жена уже, вон, везу пару арбузов по дороге здесь. Недалеко купил, естественно, не с Байкала, но с Байкала какие-то подарки тоже мне там напередавали, все это буду отдавать. Давайте подводим какой-нибудь такой краткий итог. Ну, во-первых, то, что касается этой ласточки, нашей даренки машины. В общем, это больше, чем я мог бы себе представить, что в этом году сможет такое случиться. Буквально совсем скоро на одном из... Не знаю, можно ли об этом говорить. На одном из центральных телеканалов выйдет рассказ о том, как эта машина оказалась у нас в хозяйстве. Будем так секретничать и анонсировать. Но я вам скажу так. Starex для семьи — это просто кайф. Это идеально. Идем дальше. Машина прекрасная, 4WD не пришлось ни разу включать, вон мои клопы уже бегут, босиком по деревне чешут от засранца, а. Привет, народ. Айда, запрыгивай, мастер. Давай через меня. Вот так вот. Мы уже едем домой. Все, Катя на велике, да? Ну все, поехали домой. Получается, что путешествие получилось очень насыщенное, очень интенсивное. Не было ни одного дня, чтобы я не проводил какую-нибудь работу, какой-нибудь тренинг, ну, кроме тех дней, когда был в дороге. И даже в дороге у меня были попытки вот с вами немножко общаться, что-то сбрасывать по дороге. И даже я попытался записать материал про самопарение, но из-за того, что вот такой вот шум, гам и плохая картинка, я в результате этот материал, все там почти 3 часа видеозаписи, я их просто взял и выбросил. Не стал это публиковать. Думаю, что этот материал еще впереди. Что еще могу сказать? Я понял, что как минимум до Байкала люди очень и очень заинтересованы в этой стране, заинтересованы в знаниях, которые несет банный союз. Папа, да, говори. Они про Байкал смотрели. Про Байкал смотрели? Молодцы. Я точно уверен, что банный союз сейчас будет расти по всей стране и будет двигаться сейчас огромными, очень быстрыми темпами. И я так понимаю, что до конца вот следующего года, 2019, у меня есть такая циферка в голове, что банный союз до конца следующего года вступит 3 миллиона человек. Может быть, эта цифра такая какая-то пафосная, помпезная, ничего подобного. Мы работаем, и мы будем над этим работать. 3 миллиона союзников в банном союзе – это не огромная сумма, это просто люди, которые неравнодушны к банным идеям, к банному мастерству, к парению в бане и к здоровому образу жизни. Но насчет каких-то бытовых мелочей, скажу так, еда везде примерно одинаковая, на трассе все примерно одинаково нулевые по сервису, то есть сервис на уровне, я не знаю, пигмеев Новой Гвинеи, и то, наверное, там уже сервис круче, чем то, что я видел по дороге. Видно, что хозяева совершенно не заинтересованы в развитии своих бизнесов, совершенно не заинтересованы в том, чтобы они могли зарабатывать деньги, либо просто, ну, люди не хотят зарабатывать деньги. То есть вот какое-то такое состояние.
Да, в городах как-то все это поинтереснее. Какие-то городские истории мне весьма понравились. Были очень приятные ресторанные какие-то посещения ресторанов, кафе. Это было круто. Это было, ну, дорого, да, но это было запоминающееся. Но вот все, что придорожное, крайне редко были какие-то такие истории, о которых хотелось бы рассказать. Вот, ну, не знаю, кафе «Журавли», по-моему, Журавлёва деревня около Новосибирска. Вот это было, да, вот это было круто. И еда была на уровне, и девчонки были приветливые, и внутренний интерьер был шикарный, и ценник был не какой-то баснословный, бешеный. А все остальное, ну, как-то, знаете, оставляет желать лучшего. Ну что ж, путешествие закончилось. Я благополучно вернулся домой, совершенно без потерь. Набрался новой информации, набрался сил и теперь снова готов действовать в рамках и банного союза, и Академии банного дела. Жду вас, у нас есть еще несколько мест на тренинге 13-14 октября. На этом тренинге можно будет еще у нас записаться, да? Ну и потом в ноябре следите за расписанием. Кстати, для того, чтобы расписание не пропускать, подпишитесь в банный союз, вступите в банный союз через bannysoyuz.rf. На этом сайте вы сможете видеть все актуальное расписание. А я пошел обниматься с женой. Счастливо всем!